И что ж, всем хай, ребят. Что ж, я вам сегодня покажу такой вот, я не знаю, мини или нет. Короче, Roblox-концерт. Вот он на ваших экранах, так сказать. Что ж, а мы начинаем. Что ж, мы уже входим, ну, как бы, как всегда, да? И что у нас здесь показывает? О, Old Town Road. Прикольненько. Мое лицо просто красное. Hey, welcome. Hey, привет. Сегодня какая-то охота. Сколлекционирую 15 токенов, чтобы получить эксклюзивную Lil Nas X эмоцию. Веселой охоты. Прикольненько. А интересно, что тут еще можно? Ага. Ага, только 14 коинов, и ты можешь получить эту эмоцию. Ага, получается, надо здесь искать вот эти вот токены, я так поняла, или как они тут называются. Они, получается, будут, я так поняла, где-то спрятаны, чтобы не слишком точно, так сказать, мы прямо вот могли. Кстати, вот тут через 23 минуты... Ого, 23 минуты! Ладно, у нас будет еще времени, чтобы мы могли еще взять, поискать эти токены и все остальное. Что ж, ну, а эмоцию я надеюсь, найду все токены. О, нашла еще один. Как сюда запрыгнуть? А? Блин. Я, конечно, очень извиняюсь, но как сюда, ё-моё, запрыгать? А? Он за... Я запрыгнула! Ура! 13 токенов. А, я уже как-то подустала их искать, если честно. Ладно, что ж, далее у нас, я вот не знаю, вот этот вот город, допустим, хай... Айол, напишем такое. О, тут прикольная анимация, так сказать, этого всего. У меня пишется, что вот этих X токенов у меня 2 из 15. Вон на крыше. А как он сюда забрался? А, через эту штуку? Да? Да, наверное. Да, через эту штуку. Ну, как-то так. И у нас уже 12 токенов осталось, конечно. Вот еще. Ага. Как нам туда? Допустим. Тут вообще изи, как бы, ну, на вот этой. 15 токенов. 15 токенов. Вот где все токены, а? Если честно, то я без понятия. Допустим... ХЗ. Так, что ж, во, ух ты, она, получается, и в зданиях может быть. Ребят, это у нас надолго. Поэтому даже очень хорошо, что я вошла ранее. Текс, торнадо, класс, прикольно. Ладно, я на пробел нажимаю, чтобы оно, ну... засасывала, мне еще тут очень много приключений, так сказать, надо сделать, или как оно там, ну. Короче, надо найти токены еще 10. Сюда я войти не могу. Что если на крыше? Тут... Да! Тут на крыше! Ага. 9 токенов. Но... Не сказала бы, что я их прямо всех найду, мне кажется. Ну, надежда как бы есть. Ну, я ж уже, ну, 20 минут. Ну, всего лишь 3 минуты мы потратили на поиск 6 даже. Вот этих всех. Поэтому, мне кажется, мы успеем. Тут на крыше нету. Сюда забраться. Вот. Ага, тут они получили. Только 8 осталось. Угу. Вот на крыше тоже. Как мне сюда забраться, а? Как мне сюда, Рили, забраться?
Хз? Я тоже. О! Подождите, а где я его видела? А, вот. Блин! Эта подлючая скорость просто не дает. Я, конечно, понимаю, она может быть создана как раз для помощи, но мне она сейчас только мешает. Вот, реально. Окей, 7 токенов осталось. Где мне их искать? Юрутер. Кто это? Текс. Далее, ну, без понятия, где он может быть еще нет. Аллилуйя. Так. Чуваки ищут за кактусами и за всем. Но мне кажется, это в этой вот зоне, ну, поскольку это было бы нереально, здесь пустыня как бы, ну, большая. Если это так, то я даже не знаю. А здесь, блин, я не помню, я здесь была или нет. По-моему, нет. Не, здесь тоже ничего нету. А, я здесь была, я помню, вот это я сюда допрыгивала. Ага. А в этой, ну, сюда мы не можем забраться. Вообще прикольно, конечно, но хотелось бы найти вот эти вот все штуки. Типа подсказочка, что сюда давайте заберетесь. А, здесь я уже тоже находилась. 17 минут, блин. А, не могу найти остальные. Непонятненько. Текс. Ну, у нас 8 из 15. Я вижу на башне одной. Блин. Торнадо. О, все, она нас не засосала. А как сюда забраться, а? Как сюда забраться? Как сюда забраться? Ты предлагаешь так? Нет, это не будет таким прямо шикарным приспособлением для передвижения. Ага, а если... Нет, не получилось. Не. Времени до эфира осталось мало, но концерт Countdown 16 минут. Но и самое интересное то, что я не могу найти ничего. Вот вообще вот никаких вот этих всех. Кактусы! Ага. Только 6. Ну, блин, 5 еще вот, так сказать, не раскрытых, а вот, вот этот я сюда тупо не заберусь. Ну, камон, как? Вот так вы предлагаете. Тут получается, вот смотрите, вот там вот такой кружочек, и получается, благодаря этому кружочку мы должны допрыгнуть туда. Нет. Да! Только 5 осталось. Ура! 5 всего лишь, но времени я на этот потратила очень много, поэтому мы, так сказать, в убытке времени. Как-то так. Я не знаю, где их искать, вот реально. Поскольку на сцене нету, мне кажется, вот или... Ну, где ее тоже? А, тут получается такими заблокана штуками. А где находить, а, эти токены, а? Угу. На это и вон. Давайте сначала вот, вот там вот получается, вот, да? А есть еще вот на водонапорной башне. Неожиданно. Вот, смотрите, получается вот эта вот штука. X.
Только 4. Я на... Наконец-то я хотя бы 3 нашла, и за короткое время. Вот, все находят уже, получается, ну... Только 3... Только 2 токена осталось. Ну, это реально радует, поскольку... Ну... Я думала, что я не успею. Но как сюда добраться, а? Как вы сюда допрыгиваете? Я боюсь упасть. О! Я, конечно, в Tower of Hell играла. О, вон еще! Это же он? Да! Аллилуйя. Текс. Так, а как сюда добраться? Что? Текс. Вот сюда. Да, и один всего лишь остался. Сейчас. Не, блин, я думала, что это вот этот X-токен. Текс. Давайте тогда... Не знаю. Мы вот это все пообходили, но я вообще понятия не имею, где это все может быть. Поскольку я все обошла, ничего не нашла. Сзади них тоже не может быть. Один остался, и я не могу его найти. Нашла! Ура! Ага. Lion Dance. Ага. Понятно, он называется как-то Lion Dance, окей. Ага, вот, четвертое. Ух ты! Прикольненько. Ничего не могу сказать прямо плохого. Но повторяется движение, поэтому это не очень. Но оно реально прикольное, такой вот танец. Мы теперь можем, так сказать, похвастаться на сцене этим танцем. Осталось 12 минут, но это довольно быстро мы еще, так сказать, сделали. Ага, все уже тут танцуют с этим танцем. Ну, давайте и я станцую тоже. А все же прикольно, ну. Old Town Road. О, вот это прикольный, кстати, танец под Old Town Road. Вот я скринжотик сейчас сделаю на память, так сказать. Просто тут я не знаю вот смысла вот стоять тупо посреди сцены. Можно же стать здесь. И смотреть, наблюдать, ну, довольно прикольные танцы. И, слушайте, тут еще какие-то неразблоканные у меня. Может быть, у кого-то есть разблоканные такие вот танцы, но у меня их лично нету. Ух ты! Прикольно. Ну, так сказать, прикольненькие вот эти, конечно, танцы все, но оно... Все, конечно, интересное, но вот это самый такой, так сказать, интересный и запоминающийся. Тут очень много, если честно, человек. Интересно, на сколько сервак тут рассчитан людей? Максимум 100. Ну, для Роблокса это мало, но это максимальное просто. Поэтому нормально. Что ж, у нас осталось 10. Во! Через 30 секунд просто заканчиваются вот эти вот все, там, где можно войти в это. Поэтому осталось немного. 20 секунд. 19, 18, 17, 16, 15 и так далее. И у нас потом останется 10 минут, и мы будем ждать концерт. Ну, вообще очень прикольная вот эта вот задумка с концертом, но... получается, если вообще вот этот отчет открыть, то вот, собственно. Но 9 минут я уже даже не знаю, чем заняться. Можно просто посмотреть вообще, что тут у нас есть. У нас
Ковбойская шляпа, это же ж вот та вот, которая у человечков появилась. А я думала, где они тут взяли? Я думала, что это какой-то новый промокод и всякое остальное. Но нет, это из этого. Что тут еще есть? Ага, тут есть какие-то вот шляпки новогодние, типа эльфийских. Не знаю, что это, но это елочки. Типа очков, я так поняла, тут или что? Это борода. Борода реально. Прикольно. Это тоже шапочка. Что там написано? А, вот. Лиамагнег, тот самый X. Ну, это, короче, символически к вот этому. Уи. Прикольненько. Что ж, здесь мы, собственно, видим такие вот переулочки прикольные. Здесь как бы тоже вот у нас тут все так ровненько. Ну, красиво сделали, ну, реально прикольно. Вон даже дым работает. Ну, вот я не говорю даже про вот эти вот эффекты с кактусами и со всеми вот этими. Это очень прикольно. А что ж, вот про вот эту задумку, это вообще прикольно. Получается, мы тут берем и уи, это ламба. Что ж, ну, и получается у нас вот так вот, ну, вроде бы легко, но я не сразу поняла. Я думала, что если больше набьешь, тем, ну, выше полетишь, а наоборот как раз, чем меньше будет круг, то тем дальше ты полетишь. Тут получается, вот знаете, чем дальше мячик в воду ты закинешь, ну, чем глубже в воду ты мячик закинешь, тем выше он взлетит в воздух. Ну, вот это по такому принципу, я так понял. Ну, вот какой-то вот именно хотя бы. И у нас 7 минут осталось. Ну, чем заняться здесь, а? Ну, хотя бы для видео, так сказать, вот, сделаю скриншот видео. Ну, и тут красная такая дуга, но все же. Мне понравилась отдельная задумка с вот этими... Тут пишут «О май гад, Скотт!» Трэвис Скотт, как в этом самом Фортнайте. Да, Трэвис Скотт. Трэвис Скотт, это, я так поняла, скорочено Трэвис Скотт. Ну. 6 минут, и что ж, ага. Бил, это вау, это самый высокий, по-моему, прыжок был. Прямо там до нуля, я так поняла. Ну. Close it during show. Ага. Угу. Это получается на закрытии вот такие вот... А, может быть, это вот эти, за вот эти коины продавались вот эти вот шапки и все остальное. Я просто не знала и могла себе такое же взять. Наверное, но я не знаю, ли буду я их носить, поскольку тут наушники, борода, ну, девчачьему скину это точно нет. Очочи и наушники. Это, конечно, для недонатеров очень прикольное, но все же для того, которые есть робуксы и все остальное, такое себе. Ну, что ж, может быть, кому-то нравится, но мне лично вот понравилась вот эта борода. Она вот, ну, так сказать, очень символически к вот этому всему относится. Мне вот интересно, вот этот вот там дельфинчик получается. Ага. Чё за... Что это за дельфинчик, а? Ладно, ребят, я к вам вернусь, когда у нас окончится вот это вот отчет времени. Хотя... А, не, вот, смотрите. Концерт starts in 5 minutes. Stir up your sand and let's go. Прикольненько. Что ж. И если открыть вот этот отчет, то у нас осталось 4 минуты и 40 секунд. И
я пытаюсь уже хоть как-то скоротать время, вы просто можете перелистывать, поскольку тут, мне кажется, ничего интересного не будет. Вы просто только по чуть-чуть, чтобы не пропустить ничего. Вот, арена. Ага, и меня телепортит к арене. Угу. Понятненько. А, ну тут тупо уже можно брать, танцевать танцы, ну, поскольку тут больше нечем заняться, и все начали, короче, телепортиться к вот этому спавну, который вот там вот. Что ж. Ну, вот, короче, вот так вот у нас вот выглядит вот этот спавн. Тут тупо народ телепортится. Им тоже, по-моему, скучно, ну, как и мне. Но я все же это все комментирую и просто хочу снять и, так сказать, на память здесь оставить в Ютубе, в лайке, в ТикТоке, там, ну, много где. 3 минуты. 35 секунд. И получается у нас приближение экрана. А даже, ну, я ничего не нажимаю. Ну, оно просто вот приблизится, как и отдалится. Сейчас вот, ну, просто... если вы бы заметили, там в правом углу у меня было бы такое вот, ну, вот эта вот штука, там, где приблизить или отдалить от себя, и показывает сам экран. Как там? О, все. А, тут получается шагать, вот, смотрите, видите, там у меня такая вот точка, это вот как раз вот это. Вот, смотрите, они тупо берут и телепортятся на... Ага, на любые места на арене. Угу. Понятно. Ну, зачем? Единственное, непонятно, но что же. Все же, и что ж, я так понял. Что ж. Короче, мы, получается, будем танцевать здесь до истечения времени 30. О, тоже приближение экрана. Ну, как вы видите, я же ничего не нажимала. И получается, если мы походим, ну, например, ну, вот я не знаю, ну... Сейчас у нас ничего не происходит, а если походить... Ага, походить, что-то происходит, мы, получается, тупо... Ну, у нас экран обратно становится на позицию, так сказать. Ну, туки-туки. Что ж, 2 минуты. Да, и тут как раз так же таймер. А, вот видите же, я ничего не нажимаю, это тупо самая игра. Ну, и мне кажется, это прикольно. А, просто когда ты даже не следишь за временем, то тебе тупо показывается время. Ну, как по мне, прикольная функция. Ну, я не знаю, кто такими вот, знаешь, вот режимами такими вот занимается, вот именно типа... приближение экрана, все они вот это продумали, ну, мне кажется, это вот, ну, не каждый вот, ну, там они, так сказать, собираются всеми вот этими концертами, вот, ой, ну, программисты, короче, вот этого всего, и визуалисты тоже делают вот это все. Что ж, и у нас осталась минута, вау, я до сюда вас дотерпела, ну, поскольку я просто общаюсь и... с вами, хотя я даже не слышу вас. Ну, допустим, я с вами общаюсь. Как-никак, сейчас ковид, и, так сказать, мы по видеозвонку, считайте. 40 секунд, ну, 45 секунд, ну, если точно. Откуда у них лосы? Ну, чё, тоже... Ага... Это за робуксы все танцы, получается. Тут Роблокс шикарно зарабатывает тем, что, во-первых, игроки это покупают, да? Потом тупо берут и там, если достичь, о, 100 тысяч робуксов, то ты можешь продать вот эти вот все робуксы и получить 300 баксов, по-моему. Насколько я так помню, я просто узнавала ранее, поэтому мне и как раз 0 секунд. Что тут у нас? Интересно даже вот просто, ну вот, посмотреть, что там будет, и я тупо в камеру смотрю, ну, ай. Что ж, у меня тут просто стенка, ну, тут неудобно сидеть, но, короче. Ничего не произошло.
телепорте, так, пожалуйста, подождите. Телепортация к чему? Ух ты, что это я делаю? Текс. Вау. Сразу я такая темная стала, на всем. Икс. Угу. Что за это за икс? Ну давай как-то активируйся. Не знаю, может что-то покликать надо. Ну ничего не происходит, но... Нас куда-то закинуло. Нас куда-то закинуло, вы реально, ну... Типа, лол. У меня, вот, ну... Как вы видите, у меня тупо... не закинуло, что ли? Да. Концерт Countdown. Ага, нам дали вот эти вот такие вот, типа, как... знаете, в... Motion Mockup, то ли как там оно... короче, тупо берешься, и вот такая вот палочка тебе дается неоновая. Ну, типа такого, я так поняла. Давайте я тоже буду дельфинчиком. Что-то что с этим? Что с этим человеком? Вот прямо вот, вот этот вот человек. Вот что с ним? М? Непонятно. Еще 3 минуты ждать. Чего? Боже, у меня уже лагает, по-моему, я вижу просто по камере, что у меня уже все движения вот так просто. О, вот сейчас вроде бы нормализовалось, когда я вот не мотыляю руками, да. Что со мной не так? Это ламба. Чё? А это гелик. Ага, тут получается разные комнаты с разным выступлением. Ну, получается, вот раз вход, вот второй ход, а вот это вот третий ход. Да? Или как? Я чуть не понимаю, в чем прикол. Давайте в основной. Ну, по-моему, там меньше челов, а здесь больше всего. Может быть, это, кстати, и минус, поскольку называется так пословица «меньше народу, больше кислороду». 2 минуты. А в чем я подразумеваю вот это? Просто там, чтобы вот, ну, нам другие челы не мешали, может быть, лучше было бы вот туда как раз сместиться, поскольку, ну, тут хрен что увидишь. А вот здесь как раз, может быть, что-то мы и увидим. Наверное. Ну, наверное. У нас сколько минут осталось? Там минута 30. Долго. Очень долго что-то идет время. А, ну, поскольку тогда я хотя бы могла хоть чем-то заняться. А сейчас, ну, мы тупо сидим и ждем. Ну, камон. Ну, можно было же, ну, не 3. Боже, каких 30? Не 3 минуты, а поменьше сделать, ну, поскольку... Камон. Столько вот этого всего, ну... О, 56, 55. Когда останется 15 сект, то я буду вести отчет. А сейчас я тупо буду сидеть, поэтому лучше, ну... Можете просто пропустить, так сказать. 35 сек. Я не знаю уже, что сделать. И придумать вообще. Вот знаете, как... У меня идеи с видео. Вот, тупо записываю сейчас какую-то фигню вообще. Ну, нафига я телефон достал. Без понятия. Короче, что за... Тут просто крупняком смайл. Блин, тут народ тоже подошел, поскольку, я так понимаю, они раскусили тут тему, ушел. А тут меньше народу. Блин, тут вот эти вот, блин, слендеры, которых я... Воу! В наушниках это просто прикольно. Я просто в наушниках. Old Town Road.
просто вот это вот будет играть как в начале всей игры или что, я не пойму. Take my horse to the old town road. Ride the lucky no more. Gonna take my horse to the old town road. Ух ты! У меня тупо лагает, пипец. Прикольно. О, у меня разлагало. Да, это реально как Трэвис Скотт в Фортнайте. Я тогда тоже, ну, просто была. Но там прямо такие спецэффекты. Ну, это не как Роблокс, но... Но все равно приятно, что они сделали. А, поэтому сюда нельзя, потому что он будет как раз здесь танцевать, там, где нельзя. Don't you tell me nothing. Ладно, мне лучше не петь. Я тупо буду снимать крупняком, чтобы больше было видно. Обычно такая у меня тактика, и больше реально слышно. Old town road, I'm gonna ride the lucky no more. I'm gonna Ладно, дальше я не буду, поэтому не буду подпевать, но просто из-за того, что у меня жужжит комп, то надо как-то скрыть, так сказать, вот это разговорами. Ride the lucky no more, gonna take my horse to the old town road. Интересно, я что, если полететь? Ладно, что-то я уже тут просто заскучала из-за того, что вот это я так поняла. А тут будут какие вот, так сказать, вот знаете, вот, ну, как Fortnite переливы. О, да, я так поняла, будут. Да. А где я? Я пропала. Найс. Ух ты. Ух ты. Вау. Прикольно. Ну, так не скажешь, просто оно... Начало было скучноватым, а сейчас поприкольней. Я вижу по, так сказать, вот этой записи, я так поняла, я лагаю, или что? Надеюсь, все так же видно хорошо, как и мне, поскольку... Будет печально, что я записывала видео, а тупо все пролагала, да и все. Ща. Текс. Вау. Земля раскалывается. Вау. А вот эта вот нижняя, вот там получается черточка тоже. Я не представляю, как они вот это делали все. А так прикольно получается. Уи. О. О, прикольно. Ничего не сказать. Уи. Все под ногами. давайте я тупо вот так буду снимать. А тут можно какие-то типа специальные эмоции, или как она там говорится? Прикольно, что деградация тут цвета есть. А там нормальные челы.
Ну, прикольненько. Ну, ничего не скажешь, не ожидала так от Роблокса. А, ну, собственно, дельфинчик. А, ну, не знаю даже, что тут делать, поскольку, ну, именно как-то вот снимать, поскольку тут, ну, собственно, и так прикольно. Хочется снять как-то крупняком. Прикольно. Я так поняла, тут несколько тут самых этих самых, как его, серваков, поскольку, ну, 100 игроков в один сервер, но это невозможно. Но 100 игроков как-то, ну, сюда бы, ну, не поместилось бы. Где я еду? О! Он прямо этот самый. Как это... Прикольно. Новый год! Тут подарки полетели. А, теперь можно снежками кидаться. Ага. Понятно. Все, короче, вниз. И давайте я тоже. Текс. Ага. Окей, все на подарках, а я тупо буду вот так снимать, но... Оно, конечно, прикольно, когда вот так вот снимается. Но все тут кидают снежки, да и все. Я тупо по одной, так сказать, тоже буду лезть. Новый год удался, так сказать. Перевод песни я точно не знаю, но я точно услышала Майкл Джексон. Найс. А, тут, получается, подарки падают, или как, я не поняла. Тут тоже, кстати, елочки. Прикольно. Я даже не знаю, что говорить, поскольку, но... тут песня, но прикольно. Ну, все уже забыли про снежки, так сказать, уже все. Чё ты наступил на меня, Текс. Так, ну перевод песни я знаю. Текс. Теперь я поняла, почему вот здесь именно вот эта эмоция. Текс. О. А я думала, что мы закончим вот этой сценкой. Ух ты, куда-то мы полетели. Вот это вот наша, вот там вот сцена, это наша. Замороженная луна. Угу. Понятно, что ничего не понятно, но допустим. Чё? Конец? Не поверю, чтобы так, ну, заканчивалось. Типа будет продолжение, то чё? Ну, так просто, ну, немножко глуповато заканчивать. Ну и тупо красный, ну, красный, это черный экран. А, вот, X какой-то. Найс, телепортация, фейл, блин, как его. Короче, у меня не получилось телепортнуться.
Да, я не могу телепортнуться. Чё, много игроков или чё, я не пойму. Мне, как всегда, везёт. Я смогла? Или нет? А, тут через 8 часов будет сама вот это опять представление. Hey, welcome. Ну, тепло. У меня уже как бы все есть. Ну. И все, типа. Все? Конец? Типа, луну мы разморозили. Он потанцевал. Концерт сделал. Типа это было, я так поняла, спасение Луны, то ли что под вот этим, или что? Что ж, с вами была Лолушка Крис. Всем до скорых встреч. Пока-пока.